Свежий номер Одинцовской недели уже приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. С праздником, мужчины! На дороге города вышел женский патруль госавтоинспекции, а редакция газеты поинтересовалась у прекрасной половины человечества, чего бы они пожелали своим защитникам. Вернуться всем домой живыми, здоровыми, чтобы, с победой. Ну и чего еще можно? Удачи! Мы за вас! Прежде всего, здоровья, чтобы они были внимательны к женщинам, чтобы они приносили какую-то радость им. Поскольку у нас сейчас такая ситуация, что мужчинам нас очень тяжело приходится, поэтому, чтобы все остались живы. Мужчинам здоровье. Здоровье и здоровье – самое главное. Хорошего настроения. Что им еще пожелать? Все, что они сами себе хотят. Чтобы они нас защищали всегда, были достойными мужчинами. Мира самое главное на всей планете. Округу требуется более 200 педагогов. Треть вакансий в начальной школе. Фельдшер значит полевой врач. Почему эти медработники не желают друг другу хорошего дежурства? Ответ уже на полосе. Фигура Агнии Барто. На шахматный турнир в Звенигород приехали даже из Ханты-Мансийска. Расставим точки над «ё». Неделя рассказывает, как избежать больших проблем из-за маленькой буквы. 24 февраля 2024 года. Что сулит особая числовая комбинация грядущей субботы? Свежий номер Одинцовской недели можно взять на наших фирменных стойках, а электронную версию прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!